На самом деле, мужчин любить не нужно. Инсайт года. Мужчин нужно просто очень хорошо понимать. А вот любить нужно женщин, потому что их не понимает никто, даже она сама. Как только вы прекраснейшим образом разобрались в мужской психологии, как только вы поняли своего мужчину от А до Я, вы полностью понимаете, как он мыслит, как он принимает решения, как он действует, добавляете туда немножечко любви, профит, идеальные отношения. Идеальные. Потому что вы прекрасно знаете, как с ним говорить на его языке. Ему с вами легко, просто и радостно. А вы получаете от этих отношений абсолютно все, что вы захотите. И любовь, и внимание, и поддержку, и подарки. Вот в этом золотом комбо и заключается счастье. А как это делать правильно, рассказала вот здесь. Всем привет! И может быть, даже в какой-то момент я сочла бы данное видео довольно-таки адекватным, если бы в конце я не услышала опять вот это долбанное про подарки. И все вот это вот ее понимание, любовь и прочее, 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 это все полная фигня. Все рано или поздно сводится к тому, что мужчина должен дарить подарки. Если ты начнешь его якобы понимать, то ты сможешь видеть из него веревки. И, соответственно, получишь все ништяки, получишь подарки, уважение и все-все-все-все-все. Ну и, конечно, денежки, беззаботное, светлое будущее. То есть, и еще какую-то мнимую любовь, которая, в принципе, как полагаю, ей нафиг не нужна. И все вот это вот видео, оно просто потеряло весь смысл только потому, что она ляпнула в конце про деньги, подарки и прочую фигню.